Стопхам. Нове. Вам наказано. Правильно. Я повесил его. Кого? Отъезжай. Как говорят мои друзья, удивительные пассажиры, они говорят, но это... Это же надо было так встать. Специально. Прости, Мерседес. Бенц простит. Вон тот? Ну там пройти можно, уважаемый. Там если можно пройти, мы не трогаем. Да, видите, здесь невозможно, поэтому клеим. Все. До свидания. День добрый, федеральный проект Стопхам. Вы прям так удачно на тротуар заехали, что людям невозможно пройти. Мы сейчас выезжаем, да, очень плохо. Отсюда просто. Ну я вижу, как бы это фотосессия, там нормально все. Душка не хватит. Камеры, ты не имеешь душка права. Душка не хватит. Не хватит душка. Он имеет право. Ну все. Я умею, это улица, это общественное место. Это общественное место. Это улица. Это улица. Вы что, да держите. Ну хорош, она же девушка. Ну хватит. А я тут все. Она не имеет права меня снимать. Хорош. Вот так. Берите. Ты не имеешь права этого делать. Наташа! Девушку убейте, она вообще адекватная, не умеет. Наташа, здесь... Это вообще имеет право. Нет, это улица, это личная жизнь, у вас квартира. Я к вам в квартиру не пришел. Вот девушке не надо, ну не подходите. Ну соберет просто. Убери камеру. Она не умеет. Приезжайте и все, вас никто не трогает. Потому что неадекватно, вы сами на автобус. Ты что терзишь-то, блядь, я не держу, я вас попросил. Да не бойся, ты что, сука, держишь? Так, сотри это быстро все. Давайте, хорошо. Так, сотри быстро все. Отстань ты от нее, допустим. Да не отстань. В рот она ебется. Ты чего делаешь? Ты чего делаешь? Вы убегаете. Улица, это общественная. Давайте я вам помогу. Вверх, я не знаю. Совсем с ума сошел. Вот там, вверх, вот за углом место. Вот место, вот смотрите, вот место. Встаньте. Понимаешь, твоя ошибка в чем? Если я отъехал. Нет, не слышишь? Если я отъехал. Если я отъезжаю, то не видно. Да ёб твою мать, сколько я тебе буду говорить? Давайте я вам помогу. Пойдем. Я тебя прошу, Маша. Пусть идет, отъехай, пожалуйста, я заберу и разберусь. Вы не разберетесь, я не заберете. Я тебя умоляю. Я не успокоюсь, пока я не заберу эту съемку, я не успокоюсь. Держите вы ее. Не просто она сотрет. Она не сотрет. Ничего. Уйдите. Наташа. Пожалуйста, заберите девушку, я вас умоляю. Пусть она закроет. Она не закроет. Это улица. Она может снимать все, что угодно. Это общественное место. Вы стоите на... Я с ней разберусь. Что ты блин вообще? Да, я с ней разберусь. Это моя личная жизнь. Она не имеет права меня снимать. А может, я с любовником, извините, она меня снимает? Ничего. А у меня личная жизнь потом рухнет. Да мне наплевать. Отъехай, я тебя умоляю, отъехай отсюда. Не подходите к девушке, но мы не дадим вам подойти. Ваши попытки тщетны, так же как ваши попытки со мной. Я сейчас тоже мальчиком таким найду, кабаном, блядь, как ты. Уберите девушку, пожалуйста, девушку. Так, руки убери, ты чё? Я не тронул никого, ты неадекватный, бабу твою убери! Бабу убрав твою, пусть сейчас! Это твоя женщина или ты ее женщина? Свою женщину, посади в машину и уедь! Я не уеду, пока. Ты уедешь! Давай, снимай стопхам. Она неадекватная, что ли? По лицу мне еще зарядила. Я не уеду отсюда. Воробей. Просто вы нифига не понимаете, толковый. Потоптал 3 секунды. Так, ты знаешь, что?
тупая, да? Да уберитесь, вы неадекватно. Ты что творишь? Да ничего, все он меня оскорбляет. Кто вас оскорбляет? Садите машину и уезжайте, вы показали свое лицо. Блин. Все? Все сделано? Да хорош! Ну, снимай ее, снимай. Она не уберет, это улица. Пусть убери ее камеру, просто убери. Нет, нет. Убери. Хватает. Успокойте. Ничего нет. Мы спокойно, мы с ним вам, они встали, вот видите. Что не надо, какое она право имеет снимать? Это моя личная жизнь. То, что вы девушка, я вас прощаю. Просто уезжайте и все.